На голосование по этому проекту пришло почти 44 тысячи человек. Довольно серьезная цифра для Камчатского края. 21% от тех, кто был внесен в списки избирателей, имеющих право голосовать. И жители выбрали по одному объекту благоустройства в каждом населенном пункте, который в обязательном порядке в следующем году будет реализован. До 4 октября мы подведем итоги голосования, получим все протоколы, оригиналы комиссий, которые на местах проводили голосование. В основном, по данным предварительным, это такие объекты, как место для отдыха жителей, парк или сквер, детская площадка, спортивные открытые объекты. То есть все то, что вот, ну, людям нужно в повседневной жизни.